Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». Каждый сезон выращиваю небольшое количество лука сивка из чернушки. Чернушкой называют семена лука. Для этого выделяю специальное место на участке. Много сивка не нужно. Я буду выращивать сивок сорта халцедон. Поэтому вот такой небольшой грядочки вполне достаточно. Место под выращивание сивка выбираю с учетом хорошего предшественника лука. В этом случае сивок будет расти нормально. Место предварительно перекапываю с помощью электрического культиватора. Затем формирую небольшую грядочку, после чего специальной вот такой вот палочкой делаю три бороздки. Ну, поскольку грядка не широкая, этого будет вполне достаточно. Глубина бороздки примерно 1 сантиметр, поскольку чернушку сею именно на такую глубину. Расстояние между бороздками, ну, где-то сантиметров 15. В этом случае будет удобно лук обрабатывать, но ему будет довольно неплохо расти. Срок посева лука чернушки на сивок выбирается с таким расчетом, чтобы почва была готова для посева. Как только почва подсыхает, то можно уже и сеять. Чернушка не боится ни заморозков и всходит довольно неплохо и в прохладную погоду, поэтому затягивать посевом чернушки смысла никакого нет. Я буду сеять на сивок лук репчатый халцедон. Очень хороший лучок. Вот так выглядят семена лука чернушки. Ну а сам посев делается очень просто. Аккуратненько, не спеша, раскладываю семена в бороздку. Делается это с таким расчетом, чтобы на один погонный сантиметр было, ну, 1-2 семечка. Все очень примерно. Чернушка сеется довольно густо, чтобы потом не было слишком крупных луковок. После окончания посева бороздки заравниваются, и грядку уже можно полить. Если есть возможность, хорошо замульчировать поверхность грядки разложившимся перегноем или какими-то другими подручными средствами. В моем случае с мульчой проблема, нет у меня достаточного количества мульчи, поэтому буду выращивать лук из чернушки без применения мульчи. Поэтому придется содержать поверхность почвы на грядке влажной до самых всходов и первое время после появления ростков. В этом случае на поверхности не образуются корочки, и лук-чернушка всходит довольно нормально. Для этого примерно раз в день или раз в два дня, в зависимости от погоды, нужно смачивать поверхность излейки. И так до самых всходов. В остальном никаких хлопот с посевом лука чернушки не бывает. Если семена качественные, никакой предварительной обработки перед посевом они не требуют. Они и так хорошо всходят. Сеять можно загущенно. И сам посев, и дальнейший уход за всходами лука из чернушки большого труда не представляют. Зато, имея потом свой собственный сивок, мы избежим множества проблем с его покупкой, с его пересортом и так далее. Лук-чернушка посеяна. В конце напомню самое главное. Время посева как можно раньше, по мере готовности почвы. Глубина посева 1 сантиметр. Место желательно выбирать после хорошего предшественника. Ну и семена распределять в бороздке таким образом, чтобы на один погонный сантиметр приходилось хотя бы одно семечко. Загущенного посева опасаться не стоит. Этого, как правило, бывает вполне достаточно, чтобы получить хороший урожай лука-сивка. Вот поэтому в последние годы выращиваю свой собственный сивок, как, впрочем, и лук-чернушку тоже выращиваю самостоятельно. То есть полный цикл лука обеспечить на своем огороде не так уж и сложно. Ну и в конце пожелаю всем огородникам выращивать лучок, получать хороший урожай. Всем всего самого доброго. До свидания.